Пицунда – один из самых живописных курортов Абхазии. В прошлом Пицунда завоевала мировую славу курорта из-за уникального сочетания природно-климатических факторов и в первую очередь благодаря заповедной сосновой роще. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые кипарисовые аллеи сохраняют Пицунде удивительную прохладу. Здесь морская вода самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря. Объединение пансионатов курорта Пицунда – туристический комплекс, состоящий из 7 15-этажных корпусов. Апсны, Золотое Руно, Колхида, Амра, Амзара, Маяк. Комплекс расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей, на наиболее ценные в природном отношении территории. Пляж здесь песчано-галечный, расположен в 50 метрах от пансионатов, оборудован лежаками и зонтами. За дополнительную плату туристам предлагаются банан, водные лыжи, скутер, катамаран и другие услуги. Инфраструктура объединения пансионатов курорта Пицунда обеспечивает туристам комфортный отдых. Здесь имеются концертный зал, бары и рестораны, плавательный бассейн, морской вокзал с причалом. На территории расположены дискотеки, спорткомплекс, курортная поликлиника, сауна, парикмахерская, магазин промтоваров и почта. Работает экскурсионное бюро. Добраться сюда самостоятельно можно общественным транспортом. От железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер, маршрутным такси или автобусом Адлер Веселая. Пройти пограничный пропускной пункт. На территории Республики Абхазия сесть на автобус или маршрутное такси. Можно заказать такси прямо до города Пицунда и далее дойти своим ходом до объединения пансионатов.